Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня я расскажу про самокат U-Scoo RT250. Я сделала подборку ссылок на выгодные цены для покупки этой модели. Оставлю ее в описании. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового ролика. Ваши лайки и комментарии важны, поэтому уделите время для обратной связи. Новая модель корейского бренда с очень большими колесами. Диаметр переднего колеса 250 мм, заднего 215 мм. Это единственный самокат от U-Scoo с подобными характеристиками. Большие колеса обеспечивают высокую проходимость. Телескопический руль имеет три фиксированных положения – 103, 108, 113 сантиметров. Удобство за счет изменения высоты ручки при помощи надежного стального эксцентрика. Габариты деки – 13 на 55 сантиметров. Материал изготовления колес – полиуретан, жесткость 82А. Эксклюзивная система складывания. Достаточно просто потянуть за петлю на верхней части руля самоката. Система жесткой фиксации в сложенном положении позволяет катить самокат за собой. Петля на руле соединяется с остальным тормозом и дает надежную фиксацию. В комплекте поставляется запасная наклейка на деку самоката. Конструкция спроектирована таким образом, что для этой модели подножка не нужна. Самокат прекрасно стоит на платформе в полусложенном виде. Инновационная простая система складывания. Не нужно нагибаться, достаточно потянуть за рычаг в верхней части руля, и самокат сам придет в сложенное состояние. Рычаг крепится к металлическому тормозу, благодаря чему в сложенном состоянии руль самоката не прокручивается. Нескользящие резиновые грипсы эргономической формы с ребристой поверхностью. Антискользящая поверхность деки и надежный ножной тормоз обеспечивают высокую безопасность во время катания. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Отсутствует инструкция. Передние и задние брызговики короткие. В местах сочленения внутри краска облазит в порошок. Резина на колесах жесткая и узкая. При дождливой погоде сцепление с поверхностью плохая. Отсутствие амортизации, посторонние шумы при малейших неровностях на дороге. После того, как сложили 2-3 раза, содралась краска в пазах. Задний тормоз не очень. Теперь перейдем к положительным. Большой диаметр колес. Легкий. Ручки и сам самокат складываются, что упрощает транспортировку. Руль имеет стопоры, благодаря чему не крутится на 360. Крепкая рама, 110 кг, держит отлично. Компактно складывается, красивый. Хороший накат. Руль подходит для нормального взрослого человека от 175 до 185 см ростом. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Если обзор вам понравился, напишите об этом в комментариях. И, конечно же, поставьте лайк. Подборка ссылок на полные характеристики и лучшие цены ждет вас в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».